власть такая, его нету. У мэра нашего надо спросить. Почему он не беспокоит? Уже бы с каждого человека в Ачинске собрали по рублю, и уже бы мост был готов за это время. Жители Ачинска возмущены, что теперь им до своих дачных участков приходится добираться в объезд. Путь стал длиннее в 25 километров. Причина кроется в отсутствии ежегодно возводимой переправы, соединяющей левый и правый берег Чулыма. Я живу постоянно на Первом Ачинске, на Кирово. Вот от дома до дома 30 километров, туда-обратно 60. Ну, дорога, бензин, расходы. Конечно, он нужен для садоводов, но не только ведь дело в садоводах, а жители, допустим, вот Учхоза, а Сосновое озеро, а там дальше еще. Ведь люди-то многие люди ездят же и в город, и работа. Может быть, дети в учебе, и студенты, и так далее. Обычно монтаж понтонной переправы через реку Чулым, длина которой составляет 65 метров, проходил, как правило, в начале весны. Специалисты управления ЖКХ администрации Ачинска после монтажа напоминали, что проезд через понтонный мост, соединяющий город с другими населенными пунктами Ачинского района, разрешен только для легкового транспорта. Однако ездили, как говорят местные, по нему и большегрузы. Фуры перли. И они все его нахратили. Ломали, да? Да. На аппаратном совещании в администрации Ачинска, которое состоялось накануне, появилась все-таки информация по ситуации с понтонной переправой. Оказалось, что используемый наплавной мост не подлежит дальнейшей эксплуатации, а нового на замену еще нет. О том, что понтонный мост приходит в негодность, было известно еще в прошлом году. Тогда в администрации Ачинска состоялось расширенное аппаратное совещание под председательством временного мэра города Евгения Пенского, на котором коснулись состояния понтонного моста. Директор МКУ ЦОЖ Игорь Цедрик, докладывая о результатах деятельности учреждения, отметил, что состояние переправы очень плачевное. Давно считают люди, нужно построить настоящий бетонный мост. И что у нас, город не заслужил того, чтобы построить настоящий мост? Для пешеходов, чтобы перемещаться с левого берега на правый берег. Тем временем ачинские чиновники нашли подходящую с их слов конструкцию. Она находится в Хабаровске. В краевом бюджете взяли в кредит 35 миллионов рублей. Торопили горсовет с проведением сессии, процесс приостановился. Директор МКУ ЦОЖ Игорь Каминский слетал в Хабаровск и результаты сообщать публично не торопился. Тем временем губернатор Красноярского края Михаил Катюков провел прямой эфир в соцсетях, где рассказал, что в Ачинске появится новая понтонная переправа. Ее смонтируют на средства краевого бюджета. Это в кратчайшие сроки. Точно рассчитываю, что мэр города достаточно оперативно организует работу, и мост появится в самое кратчайшее время. По старой переправе, действительно говорят, уже ездить совершенно небезопасно. И только после того, как губернатор озвучил эту информацию, работа по решению проблемы началась. Чиновники приняли решение заказать новый понтонный мост. Фирма в Красноярске имеется и готова взяться за работу за 35 миллионов рублей. Осталось только подготовить документы на аукцион, провести его и дождаться результатов. Мэр Ачинска Игорь Титеньков сообщил, что потерпеть горожанам предстоит до середины июля текущего года. За предоставленные им неудобства он принес извинения. Облегчат ли жизнь жителям Ачинска и Ачинского района извинения чиновников, когда предстоит добираться до садового участка и до деревни на тот берег в объезд? В принципе, они уже ответили сами. 6 августа должен стоять понтонный мост. У нас осталось всего несколько дней.
посмотрим. История с понтоном через реку Чулым в городе Ачинске при самых пессимистичных настроениях должна завершиться этой осенью. И в западной столице края появится новый наплавной мост. О том, что старый пришел в негодность, стало понятно еще весной 2023 года. Даже самому наивному ачинцу было также понятно, что капитальный автомобильный мост, обещанный жителям Ачинска и Ачинского района, не суждено сбыться. В апреле этого года у ачинцев вновь появилась надежда. А до этого надеялись в 2008 году, когда красноярская фирма «Сибстройпроект» предоставила в мэрию Ачинска два варианта строительства капитального моста стоимостью более 300 миллионов рублей. Не покидала жителей надежды и в 2014, когда был разработан проект, и в 2015, когда проект прошел госэкспертизу. И с каждым разом власти весной доставали старенький мост, устанавливали, и все затихало, пока уставший от обещаний понтон просто не выдержал весь груз бюрократических обещаний. И вот оно, наконец-то, глава города Игорь Титенков принял решение построить новый мост. После различных вариантов, которые перебрали сотрудники МКО Центра обеспечения жизнедеятельности и администрации, понтонный мост все же заказали на ООО «Красноярский машиностроительный завод». Более чем за 35 миллионов рублей, взятых в кредит в краевом правительстве. С регулярными визитами на производство в Красноярск ездит директор ЦОЖа Игорь Каминский и глава города Ачинска Игорь Титенков. Скорее всего, по причине, что данный вопрос стоит на контроле губернатора края. Рассчитываю, что мэр города достаточно оперативно организует работу, и мост появится в самое кратчайшее время. По старой переправе, действительно говорят, уже ездить совершенно небезопасно. В последний визит градоначальника города Ачинска Игорь Титенков разместил в соцсетях пост, в котором технический директор ООО КМЗ Владимир Стыврин заверяет всех, что мост привезут в Ачинск 26 августа 2024 года, что работы ведутся основательно. Даже продемонстрировал две гондолы. Поплавкая основа моста, изготовленные из толстого металла по сравнению с предыдущими. По заказу администрации города Ачинска изготавливается наплавной мост для города Ачинска. Мост имеет современную конструкцию. Толщины металла позволяют длительную эксплуатацию этого моста. При малейшем уходе за ним мост будет соответствовать всем правилам российских конституционных обществ, всем соответствовать всем необходимым требованиям. Значит, немного раньше контракта, до 26 августа, мост будет доставлен в город Ачинск. Силами наших специалистов будет оказана помощь в монтаже этого моста и запуска пробной эксплуатации. Только производитель почему-то умолчал, что на момент визита главы Ачинска им на завод поступили всего 2 из 16 гондол и изготавливают их в городе Назарово на ООО «СКЗМК Сибирь», предприятии, которое много лет специализируется на изготовлении высококачественных металлических изделий. Процесс этот непростой и требует времени. Поэтому только накануне, 12 августа, была отгружена в Красноярск вторая партия гондол. Сегодня на ООО КМЗ их только 4 из 16. Остальные субподрядчик постарается сделать до конца августа. На сегодняшний день на нашем предприятии изготавливаются гондолы. Общее их количество составляет 16 штук. Отгружено 4 штуки с учетом сегодняшней отгрузки. Сложностей как бы в изготовлении не было. Комплект состоит из 2 гондол, из 4 гондол и 4 аншатропных плит. Сам градоначальник еще раз обозначил срок 26 августа этого года, когда мост должен быть доставлен в Ачинск. И к его монтажу специалисты должны приступить незамедлительно. Со слов мэра, важно понять, как он будет эксплуатироваться и действовать вся инфраструктура, а также созданы условия для его хранения в зимнее время. Подрядчик дополнительно за свой счет должен сготовить рамки для того, чтобы ограничить движение грузового транспорта по новому мосту. 26 числа они привезут его в Ачинск и будут оказывать помощь в монтаже этого моста. Я увидел на заводе, где производится эта конструкция, значит, работы ведутся в количестве 18 человек, большие бригады, и осуществляется технадзор. Очень важно, что не просто сделать этот мост, но чтобы он соответствовал всем правилам безопасности, поэтому это все готовится, и, соответственно, у меня есть уверенность все-таки, что меня руководители завода не подведут. Поэтому ждем, контролируем, время осталось мало. Ну, вчера короткий ролик был, что фронтальный погрузчик по нему проехал уже, а тут сходни опять подделали. Ну, думаю, через несколько часов сегодня должны запустить полностью.
Ну, работа-то кипит, видишь? Все службы. Так они еще перила не установили. У нас же раньше не было светофора. А? Светофора же не было. Сейчас не было, только его поставили дня два назад. И туда еще на ту сторону протянули, видишь, провод. А, иначе не хватает. Двухполосный нет, движения нет. Чтобы не, ну, конечно, два ряда туда-сюда. Так же, как в туннеле. Ну, здесь отцепят, это все есть техника. Ну, леера вот эти поставят. Как-то съезд хороший. Не, ну, леера поставят, там подцепят что-нибудь и все. Здравствуйте. Добрый. Ну тут по ширине это крупногабаритный не проскочит какой-нибудь КамАЗ. Да, нет, не пройдет. Привет, привет. Ты сейчас собиралась проехать? Сделают, еще время. А? Вечер, наверное, сделают. Да пускай делают уже не. Господи. Раз уж начали. У тебя дача на той стороне? А? Дача на той стороне. Ну все, урожай сгнил, десерт. Да уже урожай собрали. Дача. Все нормально. Самое главное, что делаем. Все нормально. Где уже дача? На даче много. А камер не видно еще пока. А ну, столбе. На каком столбе камера? Камера есть тут? Да. На каком столбе? Видеонаблюдение установлено. Город Ачинск. Сегодня 15 сентября 2024 года. Понтонная переправа. В настоящий момент понтонная переправа находится в исправном состоянии. Транспортные средства передвигаются по ней без каких-либо затруднений. Вот. Значит, на данном участке у нас установлено светофорное регулирование. На сегодняшний день мы уже посмотрели о том, что здесь необходима установка дополнительных знаков, которые будут ограничивать движение по понтонному мосту грузовых транспортных средств. Значит, подготовлено информационное письмо в адрес собственника, также в адрес обслуживающей организации связались, значит, пообещали нам установку знаков до конца рабочей недели. То есть, грубо говоря, завтра знаки должны у нас стоять о том, что движение по мосту грузовым транспортным средством запрещено. То есть с определенной массой нагрузки. С какой? Будет установлен, значит, знак движения не более 3,5 тонн по массе. То есть маленькие грузовики могут ездить? Масса которых ну, не превышает. Не превышает 3,5 тонн. Подождите, так администрация утверждала, что знаки тут есть. Что вам не хватает тогда? Или это какие-то не такие знаки? Значит, смотрите, при въезде на эту улицу
Если мы движемся со стороны улицы Ленина, там установлен знак движения не более транспортного средства, не более 10 тонн. Вот, но дополнительно в связи с конструкцией данного понтонного моста будет установлен знак не более 3,5 тонн именно движения по понтонному мосту. Скажите еще, вообще разрешительные документы изначально на эксплуатацию этого понтонного моста наплавного выдавались администрации со стороны ГИБДД? Значит, сотрудниками госавтоинспекции разрешительные документы на эксплуатацию сооружения понтонного моста не выдаются в соответствии с требованием нормативно-правовых актов. То есть мы не имеем полномочия провести исследование данного понтонного моста на его нагрузку, на его, скажем так, грузоподъемность. На это, соответственно, есть уполномоченные органы и техническая документация, которая, соответственно, предоставляется с этим мостом. Значит, подразделение было предоставлена схема организации дорожного движения по данному участку дороги. В связи с тем, что она требуется небольшой корректировки, в том числе установка дополнительных знаков. В связи с этим мы подготовили информационное письмо. Она сейчас, получается, на доработке. После доработки, уже и после установки соответствующих знаков, схема будет согласована. Смотрите, произошло как минимум публично два инцидента, связанные с блокировкой моста. Вот им какая дана оценка с точки зрения ГИБДД? То есть водители виновны, невиновны, привлечены к ответственности или нет? Значит, смотрите, по первому случаю, да, где прошла информация о том, что понтонный мост поврежден, скажем так, крупногабаритным транспортным средством, мы это видео все видели. Значит, я лично разговаривал с собственниками этого понтонного моста, которые пояснили о том, что понтонный мост находится в исправном состоянии. При переезде крупногабаритного транспортного средства произошло небольшое смещение именно аппарели, на которые заезжает. Значит, водитель, транспортное средство нами установлено, принадлежит юридической организации, которая зарегистрирована, получается, город Сосновоборск, Ленинградской области. Туда направлен запрос, то есть мы с ними связались, направлен запрос для предоставления документов на водителя, который, соответственно, совершил здесь проезд, предоставление путевой документации, в том числе ГЛОНАСА, дабы отследить маршрут его движения, чтобы законно принять решение о привлечении к административной ответственности. Что касается, значит, второго случая, подобная ситуация. При этом при, получается, заезде на понтонный мост поднималась также аппарель и, получается, уперлась в заднюю часть грузовика. Документы все собраны. В данный момент решается вопрос о привлечении его к административной ответственности. То есть, опять же, мы собираем весь полностью пакет документов, доказательную базу с дальнейшим привлечением. Штраф административной ответственности за что? Ну и что предусмотрено? После сбора всех документов, почему я говорю о том, что именно движение по ГЛОНАСу, да, допустим, если мы наблюдаем отсутствие знака, который планируется у нас установить 3,5 тонны именно движения по мосту, то в начале улицы у нас установлен знак 10 тонн. Соответственно, нам нужен полный пакет документов, в котором будут представлены документы, был ли он гружен. То есть, если он превысил 10 тонн, то, соответственно, он будет привлечен к административной ответственности за въезд с массой, превышающей дорожный знак. Если все-таки что-то на мосту произойдет, какой-то инцидент, связанный с травмированием, с транспортом, с порчей моста, все-таки кто будет нести за это ответственность? Ответственность несет собственник автодороги, собственник данного, скажем так, конструктивного моста. То есть хотелось бы
сразу уточнить о том, что в госавтоинспекцию поступили документы с темы организации дорожного движения именно касаемо знаков. То есть сотрудник госавтоинспекции не уполномочен дать техническую характеристику данному изделию. То есть по большому счету вы не анализировали, мост пригоден для движения транспорта, не пригоден, и какой транспорт по нему может ездить? В данном случае проектная документация этого изделия была предоставлена собственникам, заказчикам, скажем так, данного участка дороги. Вот. Поэтому ответственность по порче этого моста и в принципе за движение по этому мосту несет собственник. Скажите, еще планируется вообще какой-то контроль со стороны ГИБДД вот за движением, которое здесь происходит? Возможно, какие-то экипажи, либо патрули с какой-то периодичностью будут здесь присутствовать? В обязательном порядке, значит, нами сейчас вносится корректировка в карточке маршрута патрулирования с целью, скажем так, осуществления патрулирования именно вблизи этого участка. То есть мы с вами понимаем, что попасть на понтонный мост можно только через одну дорогу. Соответственно, и туда приближен наряд для несения службы. Как, скажем так, в дневное время, так и в ночное, потому что мы понимаем, что те, кто не едет днем, может проехать ночью. Ну, а как один из руководителей ГАИ города Ачинска, чувствуете, что вы получили очередной проблемный дорожный участок в виде понтонного моста? Я думаю, что установка понтонного моста нам дает огромный плюс для разгрузки федеральной автодороги, которая, скажем так, по которой жители деревни, которые располагаются на этом берегу реки, могут проехать. То есть риск совершения дорожно-транспортных происшествий и тяжесть последствий на федеральных автодорогах, на дорогах краевого значения намного велик в связи с тем, что, ну, соответственно, там скоростной режим больше и тяжесть последствий после ДТП может быть больше. Я как руководитель считаю, что установка понтонного моста нам даст разгрузку движения именно по 5 июля. Порошки какие-то или что? Что это? Алле, да что я? Езжай на понтон обратно. Что они сыпят? Какой-то порошок какой-то сыпят. Ну, оказывается, только недавно писал мне на понтон. Так, а вот где камера была? Да. Здесь на столбе не видать камеры. Больше денег не дали. Что тут, мужики, происходит? Воду чистят от соляров. А, это от соляры, да, чистят? Ага. А это, а грузовик не достали? Нет, там лежит. Ну, попытались же достать, но не смогли. А людей достали? Да. Еще двое. С утра достали. Сколько их было? Человек? Двое. Двое, да? А это, говорят, камера здесь где-то была? Да, вон она на столбе. Никому это видео не покажут. Вон там он на столбе, угу. Да? Да, да, да. Не, вот этот столб, вот он. Бетонный, да, да, вот этот сразу длинный? Да, сразу первый провод идет. Ага, а она сейчас там есть такая? Да. А, вон, вижу, угу. Ага, вижу. Просто уже как бы слух распускает, что она не настоящая, типа не, муляж. Реально работает. Муляж. Работает? Когда же, когда первый КамАЗ когда ездил, когда понтон открылся, показывали же камеру. Показывали, да, с нее видео? Да, работает. Ну все, значит, рабочая камера. Ну только это видео никому не покажут уже. Ну а ты что думаешь вообще, как здесь произошло событие? Как? Он шел ходами, на середине мост наклонился, его просто завалило и все. Да, его мост, короче, скинул и назад, да. Встал, да? Мост обратно встал, а он, короче, как падал,
на бок завалило, ну, и опять просто ровно поставило. Да, 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 они да, уже да. начали тянуть. Сейчас, короче, морда смотрит в сторону солдатского, а жопа здесь лежит. Ну, его, короче, пробовали, выдернули колесо, ему вырвали, нахуй, все. А, ну, понятно. Да даже вот здесь вот по мосту видно, что вот этот угол поднятый. Угу. Вот, и вот. То есть он наклонился есть. В ту сторону, да. А там даже следы видно. И... Там от покрышек видно следы, как он просто шел. Вот только прижался к обочине, и все, его перевалило, и все. Да-да-да-да-да, я тоже так думаю. Вот он где остановился, так забор и сломал. Да-да, так за... правильно, все ты правильно говоришь, да. То, что уже тут некоторые маленькие ролики выкидывают, да вот он тут летел и не тормозил, уже пытаются, короче, съехать с ответственности. Вот. Куда что тормозить? Он тоже виноват. Там уже этот лежит, который с этим, блядь, с ковшом, ну, с кузовом. Который, ну, там щебень возит, такую вот хуйню, понял. Ну, то есть не прицепом идет, который, а так вот чисто в него насыпают. Этот вот как посыпают дороги, что ли, когда гололед или что? Ну, получается, он как вот как КамАЗ, ну, то есть вот он с этим, блядь. Ну, понял, он поднимается, там вот высыпается с него, там песок, там щебень, такую вот хуйню. Самосвал, да, какой-то? То есть большая машина, да? Ну, да. То есть он как бы габаритами небольшой, а весом сам по себе большой. Мы сказали, что он не груженный был, пустой ехал. Ну нихуя 15 тонн, когда ограничение 2,5 тонны, блядь. 3, наверное, с половиной. Нет, 2,5 знак. 2. Вина, 12 тонн, ну 12 тонн это, наверное, груженный, если 12 тонн. Нет, пустой был. Пустой 12 тонн. Ну надо, в общем, интересно, что за машина была. Ну мост говно, короче. Мост конкретное говно. Да, мост. Его первый месяц как поставили, уже столько проблем с ним нахуй. Угу. А еще какие проблемы были у него? Ну тогда фура тоже поехала, он открылся. Вон там на середине открылся. Где, кстати, он расцепился, не перевернулся. Что ли? М? Расцепился или как? Нет, он просто вот так вот его открыло. То есть он вот идет, который железяки, его вот так просто открыло. Да. Ясно. Да, тот-то мост был тот военный, мост настоящий. Да, там да. и фуры ездили, и, да, да, да. и всем похуй было. Он прям под воду полностью уходил. Но на втором фура проезжала, он обратно вставал, и все нормально да, было. Да. Просто непонятно, когда они его доставать будут. Ну, сказали, что мост убирать будут. Это прям 100%. Ну, в принципе, уже и зима, конечно. Но нет, поставят ли они его назад, вот еще интересно. Сейчас после нет, этого. Это сейчас пока техника приедет. Нет, пока... нет, в следующем году вообще вот такой мост вообще. Можно ли его вообще эксплуатировать? Возьмут ли еще раз на себя не ответственность? Не сгниет ли он за зиму нахуй? Металл тонкий. Да? Кидают какой-то порошок, чтобы солярка задержалась. А камера вот на том столбу получается, вон она. И говорят, что уже видео было с нее, поэтому она рабочая. Да, там бочки какие-то. Да, вот этот вот край видно, что ты понял. Ну подожди, сейчас время пройдет, даже если в следующем году его поставят. На следующий год может какие-нибудь персонажи найдутся, которые решат проехать или блядь. Там только кузов торчит. Ой, сам. Который откидывается, торчит. А, торчит, да, что-то там. Так, давай, здесь вот. Да, вот видно, как он вон тот край поднял. Вот это окружение для людей вообще там. Ну, видно. Тут люди, блядь, очень редко ходят. Ах,
Вот и вот здесь видно, что вот никаких, вот там получается это швартоваться железяка, она целая, в нее удара не было, то есть не то, что он съехал, он просто упал в бок, его сбросило, машину сбросило, отломано. Как серьезно. Все сломано. Довольно толстые сломала. Так, а вон машина, автомобиль. Ну, видишь, Ксюша, машина. О, это та самая машина? Угу. Это кузов торчит. Капец, он завалился позавчера, говорят. Ну. Жестко. Капец. Тут уже. Так, а вот по следам. Вот видно, что вот. Мне кажется, видно вот след, а вот все как он резиной туда скатился. Я пойду на горы залезу. Аккуратно, Ксюша. Как мечталось, так и сталось. А еще мне сказать осталось. До свидания. Спасибо за внимание.